До декабря прошлого года таможенники были самыми уважаемыми людьми в южно-казахстанском поселке Жебек-Жалы, а местный пограничный пост – самым оживленным местом на казахстанско-узбекской границе. Тысячи узбекских челноков проезжали через него в Казахстан за дешевым товаром. Но в конце 2002 года узбекские власти закрыли границу. И пограничный Жебек-Жалы превратился в поселок контрабандистов. До закрытия границы Марат Беркулов был таксистом. Возил людей из Шымкента в Ташкент. Сегодня он работает контрабандистом и помогает клиентам пересекать границу нелегально. 28 декабря вот закрыли Узбекистан таможню своих. Вот пришли машина, которая с овощем. Вот мы перевезли их сюда, через вот речки Зах. Пусть закрытый будет, мы все равно здесь отсюда будет людей проходить. Вот, например, вот здесь автобус стоит, прямо в Алмату. Перепосадку сделаем, отправляем. Эти доски через пограничную реку Зах положили казахстанские контрабандисты. За два перехода по ним берут доллар. Перевоз грузов на местном пароме обойдется в 7 долларов. Сотни безработных сельчан обслуживают здесь нарушителей границы. Но казахстанские власти нелегальных пограничников не трогают. Из неприятностей Марат и его товарищи боятся только одной. Просто в воду упадет, например, вот старики есть же. Старики, вот женщины, старики, вот, они упадут. Вот спасательная команда здесь, все место здесь стоит. Но контрабандный бизнес только выглядит мирным. В ноябре на реке Зах узбекские пограничники смертельно ранили казахстанского проводника, переводившего ташкентских челноков. Теперь граждане Казахстана не рискуют переходить на чужой берег нелегально. Но не ко всем контрабандистам узбекские власти относятся так строго. В поселке Жебек-Жалы государственная граница прошла по улице Узбекская. Так что одни ворота теперь выходят в Казахстан, другие в Узбекистан. Приходят и говорят, почему ворота открыли? Почему люди проходят? Если ворота закроем, никто ходить не будет. Закройте. Потом смотрят на мои дела. Они жалеют меня. Говорят, ладно, пусть старуха поработает дней 5-6. Если я машину не пропущу, она там проедет. Проездов много, дорогу всегда найдут. С повозок с навозом и сеном больших налогов не возьмешь. Вот и ездят крестьяне летом через десятки нелегальных пропускных пунктов.